Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире с обзором спортивных событий минувших 7 дней очередной выпуск программы «Спортинформ». С вами Сергей Мисурагин, и я начинаю. В очередном туре чемпионата Беларуси по футболу среди мужских команд высшей лиги ФК «Витебск» встречался с мозовской «Славией». Подопечные Александра Павлова одержали победу со счетом 2-1. Еще в одном поединке игрового дня новополоцкий «Нафтан» сыграл в ничью с «Батэ» 1-1. А в Кубке Руслана Салея команда областного центра одержала четвертую победу кряду. Наши земляки с сухим счетом 3-0 обыграли Жлобинский «Металлург». В Витебске состоялась встреча с тренерами и спортсменами национальной сборной страны по прыжкам на батуте, участниками нынешних Олимпийских игр. Воспитанник витебской школы Иван Литвинович, который тренируется под руководством главного тренера национальной сборной Ольги Власовой, впервые в истории прыжков на батуте стал двукратным олимпийским чемпионом в мужских соревнованиях. Еще один олимпионик, могилевчанка Виолетта Бордиловска, впервые в своей карьере стала серебряным призером на главных стартах четырехлетия. Поздравлял победителей начальник управления спорта и туризма Витебского облсполкома Денис Фатеев. Он отметил высокий профессионализм спортсменов и тренеров, их настойчивость, одержимость и готовность бороться за медали самого высокого достоинства. Мы хотели, чтобы было золото, мы хотели, планировали, болели только за наших. И судьба нам благоволила, Бог нам послал милость, и наш спортсмен в очередной раз доказал, что является сильнейшим во всем мире, благодаря, конечно же, личному тренеру Ольге Анатольевне Власовой. Этот цикл был непростым. У нас было всего лишь два этапа Кубка мира лицензионных. И потом мы поехали в Португалию, это было уже в июле месяце, в начале, 1 июля мы полетели, для того, чтобы уже обкатать вот эту комбинацию, которую мы пойдем на Олимпийских играх. Вот, и он, в принципе, справился, все было нормально. Поэтому и на соревнованиях был спокоен, потому что был уверен в своей комбинации. Но мы ее напрыгали, до автомата, понимаете? Это уже было на автомате. Виолетта Бордиловская, как вам удалось ее подготовить? Она была далеко не фаворит. Она была только чемпионкой наших белорусских соревнований. В ней заложены все качества. То есть она трудолюбивая сама по себе, она готова выполнять. Но вот не хватало всегда вот какого-то, какой-то двигательной памяти. Вот научишь спортсменку открываться правильно, на следующий день приходишь, все с самого начала, с нуля. Ну как так? Начинали разбираться в этом все. Потом поняли. Виолетте лучше вообще не думать ни о чем, ничего не анализировать, если такие дети. То есть дрессируешь, направляешь, и все, они заходят, и делают то, что нужно тренеру. Первая медаль мне далась тяжелее намного, чем вторая. Вторая как-то более спокойнее. Да, были зрители, было чуть сложнее, но мне подсказали, как отвлечься. Вот мой тренер и психолог, мы с ними общались на эту тему. И то есть я заходил так, как играючи больше сам с собой. Еще один отличный стимул тренироваться и добиваться результатов появился у юных батутистов Витебска из Дюшор номер 1. Заниматься бок о бок с олимпийскими чемпионами и призерами Олимпиады значит прибавлять в своих выступлениях и стремиться повторить успех земляков. В городе над Двиной прошли открытые областные соревнования по лыжным гонкам в рамках республиканских соревнований по лыжероллерам «Скибилтур 2024» – второй этап. Представительный спортивный форум собрал более 300 спортсменов из всех регионов страны. Участники оспаривали лидерство в четырех возрастных группах. Они вели борьбу на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров. Северный регион Беларуси – место, которое как магнитом привлекает представителей зимних видов спорта. Здесь есть свои традиции, знаменитые атлеты и создана хорошая материально-техническая база. А еще гостей подкупает то, что соревнования проводятся на основных автомагистралях областного центра. В этом году по традиции трассой для лыжероллеров стала улица генерала Ивановского в областном центре. По согласованию с областной властью мы проводим данный тур практически в центре города Витебска, перекрываем движение. Тем самым мы хотим популяризировать данный вид спорта. И знаете, если вот так, проходя мимо, хотя бы один ребенок
смотря на эти соревнования, выберет в своей жизни профилем физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни, значит, мы работаем не зря и на том пути, который должно быть. С каждым годом скибелтур только набирает популярность. Об этом свидетельствует количество участников, выходящих на старт. В прошлом году организаторы проводили турнир в трех возрастных группах. Сейчас к ним присоединилась еще одна категория спортсменов. Это самые юные лыжники. Им также необходима соревновательная практика. Тренеры попросили, что не хватает соревновательной практики, и мы сделали четвертую группу для самых маленьких. И она, как ни странно, оказалась самой массовой на сегодняшний день. Это уже мы смотрим, это уже у нас второй этап в этом году Витязь принимает. На первом этапе была самая массовая. По заявкам мы видим, что это маленькая группа младших детей, и здесь самая массовая. Поэтому, наверное, правильное решение было. Выступить на витебском этапе скибелтура приезжают не только воспитанники спортивных школ, а и любители. Мазырянка Анна Пинчук говорит, что условия для занятий в ее городе не самые прекрасные, но девочка мечтает заниматься лыжными гонками. Мы занимаемся на стадионе школы, ищем какие-нибудь пути, например, от грибной базы нашей до площади Ленина. Это очень сложно, но мы справляемся, потому что у нас есть огромный дух. То есть мы хотим заниматься этим спортом. Традиционно среди фаворитов соревнований специалисты выделяли спортсменов Минской, Могилевской и Витебской областей. Хозяева серьезно готовились к этим стартам. Благодаря имеющей спортивной базе в городе-городке наши спортсмены обеспечены всем необходимым инвентарем. Тренерский состав очень высоко квалифицирован. Поэтому в том году мы заняли второе место, в этом году задача стоит только первая. Первыми на старт вышли самые юные спортсменки. Здесь первой финишировала 11-летняя могилевчанка Марина Близнец. Девочка подробно рассказала о формуле своего успеха. Сначала все, как обычно, толкались одновременно бесшажным ходом, да? Я обогнала сразу нескольких человек этим ходом до конца фишек, а потом начала ехать на каждый шаг. Так я стала еще быстрее, обогнала еще несколько человек. А потом ехала через шаг и уже была первая. В течение дня спортсмены разыграли медали в четырех возрастных группах на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров. В неполном составе ведет подготовку к регулярному чемпионату Беларуси женская гандбольная команда «Витебчанка». В период межсезонья ее покинул ряд игроков основы. И закрыть все позиции пока не удалось. Гандболистки заложили фундамент физической подготовки и сейчас оттачивают свое мастерство в спортивном зале. В отличие от баскетбольного Рубона, который в прошлом году финишировал четвертым, гандболистки не могут занести прошлый сезон в свой актив. Команда заняла последнее место в чемпионате. Тренер витеблянок Игорь Тимошин отметил, что причины лежат на поверхности. Короткая скамейка запасных, неопытная молодежь и отсутствие возможности долгое время играть одним составом. Нет игроков, которые могут полностью 60 минут достойно работать на площадке без замен. То есть нету ротации, нету подрастающего поколения, которое могло бы дать основным игрокам где-то передохнуть, где-то. То есть нехватка квалифицированных кадров. Витебский областной клуб по игровым видам спорта, спортивная площадка ВГУ имени Машерова, пляж в районе реки Витьбы. Тренерский штаб стремится использовать все удобные места в городе, где можно с пользой потренироваться. Эту подготовку к чемпионату Беларуси витеблянки начали в июле. Вначале бегали кроссы, потом занимались на легкоатлетическом стадионе и песчаном пляже. Не забывали девушки и о тренажерах. После этого начались тренировки на паркете. Сейчас вот уже как 2 недели перешли в зал, работаем с мячами. И готовимся к чемпионату, который начнется у нас 31 числа августа. Но перед этим мы сыграем несколько игр товарищеских, съездим на турнир, ну и начнем, и пойдем в бой. Пока в составе витебчанки не хватает опытных игроков. Одной из них является Анастасия Романова. Гандболистка профессионально подходит к своему делу и не зря носит капитанскую повязку. Подготовка прошла очень хорошо, предсезонная. Заложили очень хорошую базу, чтобы в чемпионате хорошо сыграть. Готовимся попасть в четверку лучших в чемпионате и показать самые лучшие результаты. Сейчас работаем над мячами, над комбинациями. Шанс проявить себя в новом чемпионате в этом году получит и россиянка Анна Волкова. Мастер спорта выступала за гандбольный клуб «Ставрополье» и после определенной паузы решила перезапустить спортивную карьеру. Была травма, был перерыв, поэтому поначалу, конечно, было тяжело, но уже все, темп нарастился, более-менее себя чувствую. Вот. Ну, в принципе, особо прям каких-то различий нет.
плюс-минус везде одинаково. Есть что-то новое, конечно, но так точечно. Во время подготовки к регулярному чемпионату команда проведет товарищеский спарринг со столичным БНТУ, а потом примет участие в турнире памяти Томаша Чатера, который пройдет в Гомеле. Набрать оптимальную форму ветеблянкам необходимо до конца августа, когда стартует чемпионат Беларуси. Фундамент удачных выступлений в зимний период закладываем в летний сезон. Витебский областной центр Олимпийского резерва по зимним видам спорта проводит городские спортивные лагеря для своих воспитанников. Так, представители отделения конькобежного спорта для тренировок и занятий используют спортивную базу 33-й средней школы областного центра и трассу на Воробьевых горах в городке. Двухнедельные сборы проходят 35 спортсменов в возрасте от 10 до 16 лет. Вместе с мастерами и кандидатами в мастера спорта занимаются и подрастающее поколение белорусов. Тренировочный процесс включает много упражнений на силу, выносливость, ловкость и координацию. Сейчас у нас проходит городской спортивный лагерь. Вот. В этом лагере мы тренируемся, готовимся к зимнему спортивному сезону. Мы катаемся на роликовых коньках, тренируемся на велосипедах, занимаемся силовой подготовкой, беговой подготовкой, специальной подготовкой, прыжки, имитационные упражнения. В этом сезоне нам не удалось выехать так часто, выезжать, как раньше. В основном мы тренировались тут у нас, в Витебске, на стадионе 33-й школы, то есть где дорожка была. Вот. А еще мы выезжали в городок, то есть у нас были тренировочные сборы в городке. Там асфальтированная дорожка специальная для роликобежного спорта. Вот, и в основном тренируемся там. Пока мне получается кататься на роликах, на коньках, на велосипеде. Я стала быстрая, сильная. Городской спортивный лагерь для конькобежцев рассчитан на 15 дней. За это время спортсмены должны набрать неплохую физическую форму. Впереди новый учебный год и насыщенный стартами зимний соревновательный сезон. И на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, берегите себя.